Курайшиты, когда смотрели на Коран, они не поверили. Не поверили то, что это Калямуллах, то, что это откровение от Аллаха, то, что это речь Аллаха Субхану ва Тааля. Насабуху иля л'аджам, иля л'яхуд. Они хотели приписать Коран к иудеям, хотели приписать Коран к иностранцам. Говорили, что это асатируль ауалин, то, что это сказки, которые были придуманы до этого. Надра ибн аль-Харит, анна акуса алейкум, камая акуса алейкум Мухаммад. Ибн Харит был такой, он говорит, то есть... Противник посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, я тоже могу вам прочитать и рассказать так, как вам рассказывает Мухаммад. То есть тоже могу придумать. Ну, Аллах тогда, субхану ва тааля, сказал, ам якулу нафтара, они говорят, что ты его придумал. Кули нафтарайтуху, фаату би сурати митли, вадуу ман истатату мин дуни ллахи ин кунтум садикин. Ответьте, Мухаммад, если я его придумал, то и вы придумайте подобно Корану хотя бы одну суру и просите при этом помощи у кого пожелаете, помимо Аллаха. Но так это не случилось. Поэтому, когда они сказали «Асатиру л-Ауарин», это истории, придуманные до этого, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аяты из сурата «Л-Фуркан». وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Всевышний сказал, وقالوا, они сказали, إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها. Это истории, придуманные до этого, то есть сказки, да, которые он сам написал. Фахиятум ля алейхи букратан ва асиля, который не спосылается ему, читается ему утром и ночью. Коль, Мухаммад, скажи, анзалаху ллази яъляму сирра фис самават вал ард. Не спослал это, то, что вы говорите, что это сказки. Этот Коран, эти аяты не спослал тот, кто знает скрытое и явное в небесах и на земле. Иннаху кана гафур рахима. Поистине, тот, кто не спослал этот Коран, он прощающий, милосердный.